Чё, всем привет, это я. Ой, девки, съездили мы, короче, в парк. Вообще, знаете, как классно было. Вот пишите вы там. О, какие карусели. На тебя нет карусели. На меня есть карусели. Знаете, такой карусель. Чёртовое колесо. Ну да, колесо обозрения. Покатались мы, короче. Ой. Вообще было так супер, понимаете? Поели сладкую вату, да. Шашлыка. Ну, извините, я вам не сняла, да. Ну, что теперь делать? Сегодня у нас, короче, бутики. После шашлычка захотелось колбасочки. Вкусно, кстати. Там пишут, какой у тебя 48 размер? Я говорю, у меня 48 килограмм. Если у вас уши, то не слышат. Я вам говорю, хотите? Я вам покажу. Ну, это, знаете, за отдельную плату. Вкусненько, да. Вообще только утром приехала. Понимаете, да? Как хорошо это было там. Вы просто не представляете. Как вы там пишете? Дюмовочка. Да еще какая. Как вы хотели. Наталка там, Киев, такая пишет. Белый Мерс. Так ты видела вообще когда-нибудь Белый Мерс, да? Я вас видела. Не только видела, я еще и езжу на нем. Понимаете? Ну, правда, не белый, а черный. Ну, что теперь делать? Ой, бляха-муха. Ой, говорит, какие блогеры из Свердловской области, говорит, такие великолепные, добрые, конечно. Мы же все-таки из Свердловской области. Пишите мне вот такой вопрос. А, задаете мне вопрос. Ты не пробовала работать? Пробовала. Не получается. Понимаете? Никак. Вот так вот. Зачем мне работать? Не, Ирине Сергеевне нельзя работать. Вот так вот. Ну, кстати, уже не только на четвертом колесе катались. Еще и на качельках. Прикиньте, моя попа влезла туда. Как вы там пишете? Ой, она только дома сидит, на диване лежит. Да нет.
Я сейчас свет выхожу. Смотрите, какая у Иринки есть помидорка. Помидорка пахнет. Какие помидорки! Как мне идет? Ладно, это шутка была. Сейчас напишите, писатели мои. Ну, там еще написали, ешь, ешь больше. Чтобы на карусели. Да все нормально было. Ну, че? Я ж не так много съела. Я же говорю, это камера увеличивает. А вы? Ну, это только жрёшь, надо кабачки есть. Ну, пожалуйста, ешьте, кто вам не дает? Понимаете? Но при моих 48 килограмм мне не надо есть кабачки. Ой, у тебя огород и шо? Кстати, у нас там уже кабачочки вот такие выросли. Маленькие. Такие желтенькие и полосатенькие. Кабачок, ты меня не съела. Блин, чё ты не хочешь? Вы напишите, а где майонез нету? Сегодня я решила без него. Колбасатина. Кстати, колбаса докторская. Доктор прописал. Катеринка, ешь колбасу докторскую? Вот и ем. Вот эти выходные мы поедем снова в парк. Только не в наш, а в соседний город. Знаете, такая карусель, которая переворачивается, переворачивается. Вот. Поедем на ней кататься. Целый мешочек, да. Абрикос. Абрикосом пахнет. Манька. Вкусно. Что, Манька, тоже колбасы дать?
кофе. Так что пишите свои комментарии. А я вам говорю, парк у нас вообще великолепный. Да, великолепный парк. Карусель у нас много. Влезаю. Пока влезаю. Ну, 48 килограмм. Конечно, как я не влезу. Знаете, только я в этих пряниках не нашла повидло. Где оно? Ну, пишут мне, ты чапкаешь. Да не чапкаю я. Печенье звездочка со вкусом абрикоса. Что я думаю? Что это со вкусом абрикоса? Я думаю, там повидло. Понимаете? Угу. Обалденно. Очень вкусно. Иди сюда. Иди сюда. Иди покажись. Кажу, хозяйки сегодня не было долго, да? Не было хозяйки. Хозяйка таскалась. В парке. Коза такая. Да, Маня. Манюня. Ну, что ты мне тут над кофе трясешь? Не хочет она вам камеру пить? Маня-манюня. Маня-манюня. Не хочет она. Говорит, я не хочу вам показываться. Вы мне не интересны. Ой. О. Дали, да? И все. О. Ладно, короче, на этом. Всем пока. Я, кстати, меня продуло, что ли, немного. Ветер был вчера. У нас же в Саратовской области погода-то уже все портится. Вы там пишете, на улице плюс 30. Вы что, блин, градусник держали в нашем городе? Плюс 30. У нас уже не плюс 30. Понимаете? Вот. Что-то продуло. Сегодня проснулась. Вообще. Полный на соплей, как вы любите. Вот. Ну ладно, на этом, короче, всем пока. Пока-пока.